Привет, с вами Горохов Павел, вы на канале Сибирский лов, и мы сегодня находимся на реке Бересу. Я не стал снимать вам путь сюда, хотя там было такое, даже такое, но все равно все это вы можете посмотреть в моих роликах про поход в Золотую долину. В принципе, тропа ничем не отличается, тем более, что поливал дождь, целый день мы были мокрые, как собаки. Аппаратура, соответственно, не предусмотрена для этого, поэтому снимать, в общем-то, особо там было нечего. Сегодня здесь, уже на реке, непосредственно будем снимать рыбалочку. Я, со мной товарищ Артур, который рыбачит танкарой. Ну, что ж, начнем рыбалку, что с того получится, посмотрим. Поехали! Красотища, река обалденная, это раз. А какие там виды? Ох, какие горы. Природа шепчет, вообще красота. Долго не сдается, а? Оп! Сам отпустился, молодец. И под камень забился, прям четко под камень. Вон он, вон он, вон он. О, был выход. Танкара в действии. Ох,
хороший. Знаете, очень приятное чувство, когда ты идешь по незнакомой тебе реке, и за каждым камнем, поворотом ты видишь места, где принципиально должен быть хариус. Подходишь, облавливаешь. Но это просто песня. Речка, правда, видите, такая, не сказать, что простая. Течение сильное, камни здоровые. Приходится вот между камнями, в таких вот затишочках рыбу выискивать, ходить по камням. Но в ботинках с войлоком очень удобно. В принципе, ничего, никуда нога не скользит нормально. В простых сапогах, наверное, была бы беда. Так, и где же рыба? Опа, вон она. Мелочь, правда. Мелочи очень много. Шли сюда, так, ох, какая селедка выпрыгнула. Шел в такую даль, крупняка хотел половить, а здесь что-то одна мелочуга тоже. Видать, надо позже маленько идти. Но еще прошли обильные дожди, вода скаканула. Может, из-за этого, оба. Может быть, из-за этого. Оп. Она такая бурная река. На самом деле, может, она не такая. Хорошенький. Все на Yellow Caddis верховой, ребята. Yellow Caddis вязал на канале такую. Перо страуса у него. И эти. И мех оленя. Хорошо работает. О, селедочка попалась. О. Блин, приятные хариуски. Так, успокойся. Подсадчика нету, приходится так вытягивать. О! О какой! Хороший хариус. Снова она, ребят, снова Yellow. Снова она. Красота. Как дельфин прыгнул на муху. Я его засек тут вовремя. Оп, за нижнюю губу. Еще бы чуть-чуть бы, и эта прелесть оторвалась бы. Ах, красавчик какой. Ё-моё! А, было два, один остался. Сразу два зацепил, удочку поднять не мог, блин. Слушайте, ну хороший ведь. Ну хорош. Да, не килошник, но для нас вполне себе половить в удовольствие. Тихо, тихо, тихо. Отпущу, отпущу. Все, иди. Красота! Очередной красавчик. Этот, ну, все такие стандартики. Все вон по стандарту. Но тоже приятно даже такого половить.